Всем привет, с вами я, Федя. Сегодня у нас обзор Хижины Чудес из Gravity Falls, да. Я открыл новую рубрику на своем канале под названием «Постройки из Gravity Falls в Майнкрафте». В этой рубрике я буду показывать вам разные постройки из городка Gravity Falls. Стараюсь я сделать весь город. Не знаю, сколько займет. Возможно, еще в следующем году буду делать эту карту. Ну и скоро я, возможно, ее выложу в группу ВКонтакте. И, конечно же, ссылочку скину. Ну что ж, сейчас давайте же приступим к обзору этой хижины чудес. Тут такая вот карта. Что ж, давайте зайдем сначала в сувенирную лавку вот эту. Что мы тут можем увидеть? Во-первых, лампы можем увидеть. Потом кассу тут. Ну, все, что было в оригинальной Хижине чудес. Тут есть всякие сувениры. Тут автомат. Под автоматом скрывается у нас портал. Его покажу я в конце видео. Что же тут у нас? Тут у нас комната отдыха, можно сказать. Где любил сидеть дядя Стэн. Да. Конечно, ребята, если есть какие-то звуки, не обращайте внимания. Это просто сейчас дождик на улице. Кстати, прятки мы сняли на этой карте. Сняли вот прятки сегодня, и сейчас я делаю обзор Хижины чудес. Сначала, возможно, вы сейчас смотрите сначала это видео, а потом уже прятки. Так, что же можем еще тут увидеть? Увидеть можем кухню. Кухню, тут мини-холодильник, с которого вылетела курица. Так, давайте туда положу курицу, где она. Так, тут у нас, идем сюда. Здесь у нас, как вы помните, была вечеринка. Да. Тут идет это, музей. Музей экспонатов. Первое, что нам встретится, это смайл гоблин. Слизь гоблина, так сказать можно. Какой-то динамитный человек. Я сам таких придумал. Мультики таких нету. Такой был мультик Джеку Ко, вопросительный знак Е. Скелетон тоже я сам придумал. Это вот типа глаз снежок. Это тоже я придумал. Это тоже. Это ну, короче, снежный человек, можно так сказать. Ой, и как раз тут на улице дождик. Ну, про дождик я говорил в реальной жизни, что и тут дождик, смотрите как. Так, сейчас мы идем на второй этаж. На втором этаже будут много комнат. Возможно, вы какую-то узнаете из них. Ну, я все комнаты сделал, которые в мультике были. Блин, из-за этого дождя жутко лагает у меня. Так, ну сейчас найдем кроватку, поспим. Хотя можно сейчас поспать. Так, ну да, давайте сейчас поспим, чтобы не так сильно уж лагало. То дождик-то, ну, уже мне мешает. Как раз комната с печкой. Сейчас я вам покажу, что в этой комнате еще такого интересного. В этой комнате есть тайная комната. Кто знает, это комната Форда. Да, с электрон-ковер. Ну, электрон-ковер, который поменяет телами. Тут туалет. Вот, туалет. Идем дальше. Во-первых, тут есть еще ванна. Да, вот ванна. В принципе, тут не так уж интересно. Это комната Зуса. Кто помнит? Это маленький отрывочек. Тут архив дяди Стэна. Сейф тут, куда хотел ворваться Гидеон. В принципе, там можно было тоже спрятаться. Но я спрятался. Ну, увидите, где я спрятался. И тут можно было бы спрятаться. Так, тут у нас что? Это комната дяди Стэна. Тут, в принципе, нереально спрятаться. Можно, конечно, было спрятаться вот сюда. Все равно тут легко найти было бы, согласитесь. Блин, верстак. Ай, закрывай. Не знаю, что так, тут жестко лагает сейчас. Из-за дождя муж, который на улице. Не знаю, как это может повлиять. Ладно, типа часы такие. Тут такую дырка.
Я уже догадываюсь, кто эту дырку мог сделать. С кем мы сегодня в прятки играли. Да черт же, что ты так лагаешь? На прятках не так сильно лагал даже. Так, идем дальше. Поскорее надо уже заканчивать. Так, тут чердачок. Окошко такое. И тут у нас комната Диппера и Мейбл. Как раз в этой комнате я и прятался. Вообще мне нравится эта комната. Тут, мне кажется, только и прятаться можно, потому что вот тут вот и ничего такого есть. Тут я как раз спрятался вот тут. Ну и, и там вот наверху тоже. В принципе, на этом все. Сейчас я выйду, чтобы вам показать всю хижину тайн. Тут, в принципе, диванчик. Тут, собственно, там секретное место в Энди. Тут вот написано Mystery Shack. Хижина чудес. Ну и, собственно, все. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Федя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.